Что для тебя вообще добро? Когда люди хорошо друг к другу относятся, помогают как-то, там, может, материально, там, благотворительность какая-нибудь, да и вообще просто, даже без благотворительности. А ты сама любишь делать добро? Ну да, конечно. Вот как оно проявляется? Как ты проявляешь доброту к людям? Ну, не только к людям, еще к животным домашним, там, бездомным всяким, там, покормить их. Увести, например, в приют какой-нибудь. Ну и с людям также помочь, там, бабушкам, престарелым. Кто-то потерялся и еще что-то. Под лозунгом добра можно сделать и хорошее, и плохое. Скорее всего, самое правильное – это любовь, потому что по любви не сделаешь плохого. А про добро, я так сказать, оно две медали имеет. Угу. Оно может и развращать, и хорошее делать, и... нехорошие дела делать. Все начинается с мелочей. Даже самое море состоит из капель. Поэтому начнем, если о добре, то капелька добра рождает море добра. Я так считаю, ну честно. Ты когда совершаешь добрые поступки, тебе становится добрее. Вот ты взял, помог, и такой чувствуешь на душе тепло, что тебе хорошо. А вот если ты прошел мимо, ты потом будешь себя корить, потому что такой думаешь, вот я прошел, а мог помочь чем-то или еще чего-нибудь. А ты сталкивалась когда-нибудь с тем, что тебе делали добрые поступки? Да, сталкивалась, всегда сталкиваюсь, по-моему. Добро есть любовь, прежде всего. Любовь творит добро. А вы умеете дарить добро? Да, умею. Как вы его проявляете? Проявляю к любви своим детям, своей жене, своим родителям, своей стране. Ну как же без добра? Ну вообще-то все существует параллельно, и добро, и зло. Добро – это когда человек счастливый, а счастливый – когда у него есть физическое здоровье и чистая совесть. А вот чистая совесть как раз от добра идет. Спасибо. Добро, я считаю, это хорошие поступки, которые ты совершаешь, а также позитивные эмоции, которые даришь людям. Как вы считаете, вы умеете дарить добро людям? Дарить нет. А что? Отдавать. Без добра может ли существовать наше общество и вообще социум в целом? Скорее нет, чем да, потому что в мире как все сбалансировано, и зло, и добро. Если ничего не будет хорошего, то зачем жить тогда? Вы совершаете добрые поступки? Ну, да. Например, мы для друг друга. Если, например, Андрюхе понадобится помощь, чтобы подготовиться к контрольной, я готова ему помочь всегда. Ага. А ты готов дать что-то взамен? Или ты не ждешь ничего взамен? Ну, вообще добро – это бескорыстные поступки, их не надо делать по обмену. Добро – это то, что ты делаешь для души. Без добра у нас мир будет существовать? Ну, скорее всего, да, но уже не такой. Он будет весь мрачный, тусклый, а добро как-то приукрашает его.